На уходящей неделе стало известно о том, что из единого реестра проблемных объектов Российской Федерации исключен первый дом жилого комплекса «Любимый». Это стало возможным, поскольку высотку достроили. Без пафоса и шума Фонд защиты прав граждан участников долевого строительства чуть больше года назад договорился с подрядчиком. Тот вышел и возвел два дома. Второй был в меньшей степени готовности, потому и сдается немного попозже. Но разница между общественными приемками составила буквально несколько дней. Следующий этап – передача ключей. В одном случае она начнется в конце октября, в другом – ближе к середине ноября. И этого момента с нетерпением ждали сотни покупателей недвижимости. Некоторые из них вместе с инспекторами жилстройнадзора, представителями фонда, администрации города, других надзорных ведомств побывали на площадке жилого комплекса. Мы с Сергеем Коликовым и Даниилом Панковым стали участниками общественной приемки. О том, как удалось сдвинуть дело с мертвой точки, реакции дольщиков и оценки объектов недвижимости специалистами, смотрите через пару мгновений. Дом под условным названием «Один» жилого комплекса «Любимый» простоял в анабиозе около 6 лет, пока в сентябре прошлого года за его достройку не взялась компания «Хаус Групп». По параметрам заключенного контракта сдать его подрядчик должен был через год и слово сдержал. Дом находился долгое время, стоял, значит, под воздействием агрессивных сред и требовались ремонтные работы. Все меры, значит, предприняты. Максимально старались улучшить состояние ранее возведенных конструкций. Мы различными составами обрабатывали. То есть, ну, проблем не видим. Думаем, что жители будут довольны построенными объектами. Екатерина Гурова – одна из представителей инициативной группы дольщиков жилого комплекса «Любимый», которая более 5 лет назад начала борьбу за свои квадратные метры. Вариантов, утверждавшихся к реализации, была масса. Это и прямое влияние на прежнего застройщика, компанию ДЭП и ее руководителя, поиск потенциальных инвесторов, готовых достроить высотки в обмен на земельные участки без торгов. В конечном итоге в проект зашел фонд «Дом РФ». Тогда-то люди и вздохнули с уверенностью, что эпопея близка к концу. Сейчас мы уже на финишной прямой. Достраивать дом наш будет «Дом РФ». Компания через наш региональный фонд. В начале июня обещали уже выход строителей на дом. Наш губернатор обещал на очередном собрании с руководителем «Дом РФ» в 23-м году весной, что будет дом готов. Губернатор не обманула. Небольшая задержка вызвана тем, что один из подрядчиков, уже нанятых фондом, также не справился с объемами. На достройку пригласили в итоге «Хаус Групп». Опытный застройщик возводил дом напротив, «Акварель». Работал и на других объектах, в том числе и в расположенных рядом микрорайонах. Наша компания была приглашена на достройку данных объектов, были проведены переговоры, было достигнуто соглашение о том, что мы выходим в кратчайшие сроки, мобилизуемся, выводим людей, завозим материалы. Так как наша компания имеет опыт строительства в регионе, имеем ресурсы, имеем людские ресурсы, по принятому решению мобилизовались. Замечание признается и представитель застройщика, и заместитель руководителя окружного фонда защиты прав участников долевого строительства были. Но они несущественны и быстро устранялись. Все пожелания учитывались. Генподрядчик во многих случаях шел на изменение проекта, чтобы улучшить его и сделать более комфортным для жителей. И они это оценили. Плитка всем очень нравится. Плитка и, кстати, вот эти стены, они окрашивали, дизайнер разрабатывала. Цвета они подбирали, пробовали, красили, не раз пробовали, подбирали оттенки и все-таки добились, что всех все устроило. Перед достройкой обеих высоток конструктивы обследовали. По результатам инспекции был выпущен проект по усилению и ремонту построенных элементов. Новый застройщик решил вопросы по инженерным сетям своими силами, сделал фасад, утепление, все внутренние работы и благоустройство территории. Особых замечаний к дому не было. Были выявлены, что отсутствует у нас покраска в некоторых местах, доделали при входах в подъезды. Также отсутствуют люки при проходной,
проходе в сквозном. Это все устранено застройщиком до окончания нашей итоговой проверки, как раз по результатам общественной приемки. Выдано заключение о соответствии и выдано разрешение на ввод первого дома. Дом номер 2 еще год назад жилую высотку напоминал с большим трудом. Ее уровень готовности чуть превышал 20%. Выселись только монолитные каркасы и плиты перекрытия. Дольщики на общественной приемке сейчас не скрывают радости и говорят, что верили. Мы верили, что достроят, ну так сказать, различные препятствия были всегда. Местоположение, что кусочек леса оставили нам здесь, что дорога есть поблизости, остановки стали появляться. Вот это нас устраивает. Во втором доме генподрядчику предстояло доделывать монолитный каркас, кладку стен, устройство кровли, вентиляцию, лифты и прочие инженерные системы, а также абсолютно все внутренние работы. Сейчас готовность высотки составляет 99,99%. Для жителей, кстати, предусмотрели небольшие бонусы. Более компактное и комфортное размещение почтовых ящиков, современные лифты и более дорогая отделка холлов. По местам общего пользования, значит, по первым этажам нами было принято решение, чтобы улучшить для людей привлекательность первых этажей. Мы выполнили напольные покрытия, улучшили, значит, эстетический вид первых этажей по согласованию с фондом, значит, своими, так скажем, силами. Где-то мы с подрядчиком пообщались и улучшили материалы для того, чтобы при входе жителям было приятно возвращаться в свои дома. То, что подрядчик пошел на небольшие свои траты, то, что для того, чтобы порадовать жителей данных домов. На приемке второго дома ЖК «Любимый» всю неделю работали специалисты службы жилищного строительного надзора. Инспекция проходила параллельно с завершением работ. Наносили последние штрихи в облицовке фасада и внутренней отделке квартир. Еще раз уже инспектор посмотрел работоспособность вентиляции, которая была, не показывала того результата. Посмотрели, как у них запущено отопление. Отопление идет этапами, запускается. Ну и внутренняя отделка, которая также продолжается работу. Застройщик до четверга планирует нам предоставить к четвергу и уже итоговую работу. А в доме номер 2 не все квартиры были приобретены дольщиками. Ряд жилых помещений принадлежит теперь фонду, который взялся за достройку объекта. Они будут реализованы через Московский фонд ППК, фонд развития территорий. Ну, дальше посмотрим, там еще у нас есть восстановление другие дома. Может, мы здесь жителям предложим. В целом ситуация не только в Сургуте, но и в Югре улучшается по дольщикам, потому что были приняты некоторые решения по тому, когда эскроу-счета ввели, что застройщики напрямую не получают денежные средства, получают только после ввода дома. Это исправило ситуацию, что фактически новых обманутых дольщиков практически не появляется. Все работы, которые ведутся фондом, они в основе ведутся из-за старой застройки и тех домов, которые были просрочены, ну, начиная там с 16-го и чуть позже годов. Первый дом жилого комплекса «Любимый» принят и получил акт ввода в эксплуатацию в последние дни сентября. Ключи собственникам, а это 207 человек, планируют начать выдавать с 30 октября. В высотке под условным номером 2 ждут жилых помещений 79 дольщиков. Они начнут получать ключи ближе к середине ноября. Ремонт начнется сразу же, как только передадут ключи. Переезд, я думаю, к Новому году. Подарок. Елка, дома Новый год, бутылка шампанского. Родные, близкие. Я думаю, мы даже и домом здесь выйдем, домами. Постреляем фейерверки, отметим это событие. Подобных новостей ждут дольщики еще нескольких сургутских домов. Их в разы меньше, чем 2-3 года назад. Пока в числе недостроев, брошенных предыдущими застройщиками, высотки в жилом комплексе уютные. Одну из них уже достраивают и обещают сдать в следующем году. Со второй дела обстоят сложнее, но и там, по данным нашего телеканала, выход уже найден, переговоры с дольщиками идут. Дмитрий Круковец, Даниил Панков, Сергей Коликов. Специально для программы «Новости. Главное».